Another day. И Кенни приехал кто? Степа. Мы сторговались с отеля с 35 баксов на 15 баксов, но без еды, и поэтому сейчас идем и ищем, где что поесть. Девятнадцатый день. Мы уже утром отбежали длительный. Я Искандер и Степа. Да-да. А где ты был последние 5 дней? Почему во влоге этого всего нет? Ну ты же самый интересный не снимал. А что интересно? Ты заснял ужин с Кипсангом? Не заснял, да? Мы пришли к Денису домой. Может, сюда придет массажист или где-то рядом здесь живет. Он живет здесь за $20 в месяц. То есть мы платим примерно $20 в сутки. Довольно уютно. То есть не так уж и плохо. Кровать довольно большая. Диван, стол, там у него кухня. Один из самых дешевых вариантов жить в Кении. 20 баксов в месяц. Нужно будет спросить, сколько Денис тратит на еду в месяц. Газовая горелка здесь, где он делает еду. Овощи, фрукты. И там запасы. Вот здесь очень много таких же самых комнат, в которых живут бегуны. Например, вот Джули Вандерсон и Зейк Робертсон. И еще, наверное, многие топовые бегуны живут примерно в таких же условиях. Но, конечно, да, они, может, живут чуть лучше, у них там 50 баксов в месяц. Суть в том, что они довольно топовые бегуны, а живут вот в таких условиях. Например, Джули Вандерсон живет здесь с 2014 года. Че, Искандер, смог бы здесь жить? Если ты с собой привезешь технику, это как нефиг делать могут тебе. А посмотри, какие там окна. Да, решетки есть. И дверь тоже довольно серьезная. Тогда в целом, наверное, безопасно, да. I want to add banana. There is mango. There is also avocado. There is orange. What is it? It's a cacao pea. They help stamina. Good afternoon. Он столько всего нового нам показывает. Это тот первый. Да. Давай. До одного. Раз, два, три. Ах ты ж. Я уже второй раз выигрываю Искандера. Следующий кадр будет, как он уже будет лежать. Попробуем этот сок. Бурика. Дар говорит, что чувствует свеклу. Дэнни говорит, что делает примерно такое 3 раза в неделю. Такой смузи. Очень вкусно и натурально. Сегодня суббота, базарный день в Кении. Это Итан, если что. Чай 20, андази 10, чапати 20. Мясо уже больше доллара. Рискнешь, здесь есть мясо. Здесь 1 килограмм бифа стоит 390. Мясо и угадли. Давай возьмем всего по одному попробовать. 3 андази, 2 чапати, сегодня кебаб. Офигевает от нашего заказа. Дэнни сказал, что здесь самый лучший чай в Кении. Сейчас проверим. Да, здесь только чай пьют. Чай. Пробовал чай, он офигенный. Чай really cool. Офигенный. Выглядит он, конечно, очень жестко. Коричневый аж. Очень приятный. Это агади, агази мандази. Это самоса. Это донатс. Донатс, я могу. Донатс. За 20-ку самый лучший чай в Кении. Булочка, ну, почти как мандази. Но по вкусу, не, по вкусу приятная, да. Вот мы поели всего на 500, это 5 баксов. Всего лишь 5 баксов. Это вода. Угадайте, можно ее напить или нет? Как ты думаешь? Нельзя. Вот они набирают эту воду вот с этих бочонок, а она идет с крана. Мы, если ее выпьем, музунгу, мы умрем. Искандер говорит, что мой лох не то смотреть не будет. Но ты же смотришь. Он случайно попал. Ты сейчас можешь уже закрывать все. Ничего интересного. Дальше ничего интересного не будет. Закрывай. Вот крестик. Вот так.
можешь закрывать, конечно, но ты сам знаешь, что ты пропускаешь. Да-да, сейчас будет экшен. Берем два стакана, наливаем по полной и до дна. Не, я даже ради хайпа на такой не готов. Вот там кухня. Country Star, это почти в центре Итана. Мне кажется, что-то, что туда белые редко заходят. Идем по фрукты. Сейчас Денис покажет тебе более-менее дешевые фрукты. Потому что в Итане нереально дорогие по сравнению с Тикой. Торга здесь вообще, торговаться здесь невозможно. Я думаю, что это Итан Фрут Центр. Да? В общем, один банан здесь десятку стоит. Кондер торгуется. And this is one shilling? Цены здесь подороже, чем в Тике. Зеленые манго, прям вообще зеленые такие, это сорт просто. И они здесь по 25, по-моему, или по 2, нет, по 20 вроде. А тебе по 25. Три яблока, доллар. Доллар. 20 рублей одно яблоко, маленькое, зеленое. Да, еще прям маленькое, вот смотрите. Три таких яблочка, доллар. Бананы, вот такой вот стоит, сколько, 70, да? А у нас наоборот, это стоит очень дороже. У нас это стоит прям в разы дороже. Никого там не видно, там только... Окей, в общем, закупить, да, 500 шиллингов, 7 баксов. Все, что нужно для сока. Только что был жесткий крэш на мотике вот там вот. Чувак, да, кто-то вылез с поворота, и он просто тупо упал. Здесь, конечно, опасно на мотике ездить. 20-й день. Степа хочет здесь жить. Высоцкий же просил Никита показать, где он будет жить. Никита, вот смотри. Сейчас, давай я Никиту. 20 баксов. Смотри, месяц. Пауков, смотри, немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да вообще немного. Вот здесь матрас стелишь и все. Все отлично. Квадратура тут 3 на 4 метра, если что. 20 баксов в месяц. И с вас мебель. Будьте соседом Дениса. Денис живет. Вот там, вы будете вот 19-е, а у Дениса 16-е. Ой, блин, камера грязная. Если серьезно, так Степа уже намерен жить в той комнате. Да, Степа? Сейчас будет еще одна комната, вроде подороже, вроде 70 баксов. Тут карамашек уже заложил. Он никому не говорит, но мы прознали. Че за марафон? Че за чемпион? Чемпион. Ой, Степа. Давай. Кондер, покажи класс. Кондер, только с резинками работаешь, бро. Я же говорил. Че, она что, не резиновая? Думал, реально, я прикалываюсь. Марафонцы не могут понять. Вот вторая комната. Денис говорит, что здесь уже есть мебель. Здесь уже туалет даже. И душ нормальный. О, горячая вода даже есть. Кичен. О, кичен. Это кухня. О, неплохо. Розеточки. Ну ты. Опять. Ого. Трешка даже. Здесь спальня. Где-то 4 на 4, наверное. Здесь вот еще одна комната, где-то тоже 6 на 4. Кухня. Очень хороший туалет для Кении. Искандер, жил бы здесь? Нет. Степа, жил бы здесь? Цена 80 баксов. 80 баксов в месяц – это один день отеля Кереview. Здесь можно месяц жить. Можно договориться, я думаю, если на больше 3 месяцев будет скидка побольше. Так что, кому интересно, вот довольно неплохой вариант. Здесь же можно жить вдвоем минимум. А нет, вот здесь высотки четвером вообще в деле, типа, по-моему, у вас как раз вот по 20 будет. По 20, а, даже по 19. Да. Кто-нибудь готовить вам будет. Ну смотри, здесь даже можно будет закрывать, а она будет себе здесь готовить. То есть она даже, если что, не сможет залезть к тебе в квартиру. А по безопасности спроси. Ну вот. Конечно, они тебе скажут о безопасности. Ты думаешь, они скажут, нет, тут опасно, не надо. Тут два замка вешаешь, смотри, это снаружи и внутри. Плюс можете взять чувака, заплатить ему, чтобы он сидел здесь и охранял. У Майны даже горячей воды нету. Здесь включается она, дальше вот там вот и горячая вода у вас есть. Сколько кирпичей строится будет? Такое же самое место. А, то же самое снимаешь, да? Знаете, кто это? What's your personal best?
3.28. 3.28. Это вообще жесть. Чувак, который Кипроба выиграл 3.28 лишних. Если серьезно насчет проживания здесь, если брать прям самый минимум, Денис снимает себе хату, как я уже говорил, на 20 баксов в месяц. Это аренда. С самого начала нужно туда еще ввести некую мебель, кровать, стол. Кровать стоит примерно 300 баксов здесь. Насчет питания. На питание вот Денис сказал, что тратит примерно 50 баксов в месяц. Прям купить еду, и он сам ее готовит. То есть ест он примерно, ну, он ест нормально, он не экономит особо. Денис тратит примерно месяц, как он сказал, 100 баксов в месяц. То есть 20 на жилье, 50 на еду и, ну, еще там расходы туда-сюда, на зал, например. Так что имейте в виду. Скажи, что я собираюсь его научить пиво каждый день пить. Но он говорит, Гиннес только хочу. Сейчас мы идем получать отказ. От Робертсона. Да, у меня сегодня цель. Получить отказ. Что вы хотите спросить? Ну, дом, чтобы освободил свой для нас. Для Степы. Попросим, можно ли Степу поселить с тобой? Вот. Как он скажет, подумает интересно сначала, для приличия или нет? Вроде бы здесь. Here? Yeah. Место, где живет Зен Робертсон и Джули Вандерсон. Don't you mind? We just want to make sure that you live like Kenyans, not like Zungus who is in hotel or somewhere else. Это реально он. How is your injury? It's going away. It's going well. It's good. So you're very inspiring us. It's my dog. Yeah, you see. Security. Eventually. Where are you guys from? Russia. Ukraine. Ukraine and Russia. Okay. If you don't mind, maybe you allow to make short 30-minute interview, if you have time or something else. Definitely. It will be very great for Russian runners. Yeah. Если вы не поняли, завтра будет интервью с Робертсоном. So tomorrow you have moderate run? Forest, alone, and what pace? 3:40 or faster. Even GPS in the forest is missing in action. Yeah. So, you don't know what place you're going. So, I put my number in. Thank you. Wednesday for the training. So Wednesday one, we'll have the car with Candy following us. Знаешь, я снимал, когда ты спрашивал меня насчет интервью, я вижу, он такой смотрит на камеру, мне так неловко, потому что вот, когда камера снимает, он по-любому не сможет отказать, понял? Перед тем, как он сказал, типа, что окей, так я выключил камеру, чтобы ее не смущать, думал, типа, чтобы... Ну, и убрал, да? Типа? Да, ты все, молодец, убрал. Я. Блин, вообще офигенно, реально. У него брат в Nike, он в Adidas. Реально? Да. Ну, видишь, он есть в Adidas. Ну, не замечал. У них два раза контракт. А в среду можешь с ним пойти побегать. О, среду. А, они в жару собираются. Класс, вообще самый кайф. Стоп, он сказал, что можно с ним попеть? Он сказал, элон. Да, он специально бегает в жару сейчас, чтобы это подготовиться. Во, побегать с Робертсоном, это вообще офигенно. Какой он лично? На половинке. 59-48. 59-48, чувака, это вообще жесть. 22 день в Кении, 6:20 утра, и мы собираемся на стадион. Мне кажется, Искандер проспал. Сейчас попробую его разбудить. Здесь утром так холодно. Спасибо Денису за джекет. Ох, нифига, смотри, как бежит. Вообще, ну, крейзи мутунки. Крейзи. Бешеная, там холодно просто. Вот некоторые кенийцы в пуховиках там стоят. Искандер тут прячется от ветра. 7 часов, вот и как мы говорили. Собирались на 6:30. Грузиться в машину начали в 7.
Офигенно. А это мы бежим разминку до стадиона. В общем, вот вход на стадион. Сколько их тут? Нифига себе. Жесть. Этот стадион называется Тамбач. Сандра мой. Да, странно, что Моин группой тренируется. Обычно всех всегда говорят, один-один бегает. И мы еще толком не знаем, какую работу будем сегодня делать. Я слышал, да, там 600-800 через 40 секунд отдыха. Но точно сколько раз я не знаю, сейчас будем узнавать. И высота этого стадиона примерно 1800-1900 метров. Покрытие грунтовое, но мне нравится. Главное, чтобы ровное. Вот наша группа. What we will run? 600 times? Yes, 500 and then 1000. 5 раз по 600, потом 1200, потом 5 раз по 500 и потом 1000. Стартуем! Пульс 166. Такой способ, они пешком идут, потом обратно трусят. Видишь, что сложнее, да? Пульс 165 был. А темп такой детский. 1.45. 500. Дышится, блин, капец, как сложно. Вот сейчас ощущается высота, вот именно здесь почему. Вообще, да, такая халява, они работают. А, 2 минуты? Я там дома жестче тренируюсь. 2 минуты отдыха сейчас? Да. Я думал, 40 секунд. 2 минуты, это нормально. Почти 180 плюс. Время я не засекаю. На 44 у Искандера. На 43 где-то у меня. После 4-го раза пульс уже 181. Давай отдыхаем. 2 минуты между каждым разом. Я понимаю, что 2 минуты это мало. Вот только так успеваем остановиться. Последний раз. Попробуем повести последний раз. Просто здесь каждый должен попробовать, чтобы все на уровне были. Там обе. Отбежать где-то на 3.10. Да, ну, с одной стороны, это легко. Что там, они на кроссе могут так разогнаться. С другой что-то. Вначале всегда так легко бежится. Сейчас первые 400. Да, что, блин. 200 вообще прям. Да, может, да. 400 тоже. Вот сейчас только что 66 такой бежу себе. Потом после 400. Бам. 1200 понеслась. Бум. С Денисом. Зарубились на последней сотке. Очень жестко. Сейчас скажу пульс. 180. Искандер с лидером бежал. Я-то нет, метров 60 сзади. 5 по 500. Старт где-то там. Пульс под 180. Последний, 5-й раз по 500. Фух, все, ладно. Ты еще я не буду бежать. Я не сдаюсь, но просто вот этого достаточно. Вчера шарашили, сегодня шарашим, завтра шарашим. Блин, может побежать? Ладно, бежу тысячу. Бежать здесь не так приятно, как я думал. Потому что на первой дорожке вытоптана колея, как бы, вот такая. Получается, у тебя ноги криво встают часто. То есть сложнее бежать, чем я думал. Босс говорит, что темп 1000, где-то 2.43. Но это у них. Я так бежать не буду. 1000. Фух. Ну, по сути, вот и все. Всю работу сделали. So, Emmy. It was very tough. It was very tough. For me. Very tough. Another day. Yeah, another day will another be. Another one. В общем, я доволен, реально. Я всегда думал, что я все-таки не смогу с ними доделать. А так, все нормально. Фух. Yeah? Мафара.
пульс уже практически восстановился, 120 ударов. А самое главное, кстати, у меня не болела ахилла. Так что спасибо Саймону за его офигенный массаж. Прожимания пяток всех этих точек помогают. Смотрите, бэкстейдж, как пишутся посты на многолетнюю аудиторию. Опа, Денис еще упражнение делает. I'm coming back. I will be soon, I will be like you. Soon I will be back. I will be strong. Ох, какая она холодная. Уже не black. Вот на Кении. Вот это вот то, что я ожидал. You are very tough, very. The second half I was 50 meters away. Эта девушка говорит, что 3 месяца назад она была просто в плохой форме. Реально. Отставала от всех на 200 метров на круг. А вот за 3 месяца не удалось набрать вот такую форму, что она женщина, может бежать в группе с парнями. Антошку накрыло, к сожалению. Слишком тяжелая работа для него была. Я бегал на пульсе 180. Вот что делает горная высота с людьми. Пока стадиончик. Нам осталось забежать за минуточку. Затрусить это все. О, бананы растут. Круто. По словам Дениса, здесь живут студенты. Сейчас мы здесь, потому что хотим взять моток в аренду. Вот он.